Всем привет, дорогие друзья, с вами Кинин. Сегодня я поиграю в игру под названием Farming Simulator 2017 на карте Бухалова. И сегодня со мной играет Иван. Иван, поздоровайся. Всем привет. Сегодня мы поедем за дровами. Вот как вы видите, на дворе у нас ночь. Едем ночью, потому что, ну, днем опасно ехать. У нас тут очень много полиции ездит, так что это не очень уж хорошо. Но ночью тут, я думаю, что никого мы не встретим. Так, давайте будем сейчас заводить трактор UMZ. Садимся. Так, Иван за мной поедет, кстати. Да, я за руль. Иван за мной поедет. Мы, кстати, уже дрова напилили, осталось их только забрать. Так, а ну-ка. Кстати, ссылочка на канал Ивана будет в описании. Ну-ка, вот заводим, включаем свет. Вот, включаем, все работает. Ну вот, посмотрите, какой реально классный трактор UMZ. Кстати, Иван, давай, а ну-ка вылезь, подцепишь мне прицеп. Так, двери пока что я закрывать не буду, потому что сейчас будет еще садиться Иван. Тут ехать нам буквально в соседнюю деревню. Надеюсь, что там никто не своровал те дрова, которые мы напилили. Так, ну где-то прицепчик-то и будет. Так, а ну-ка, так давайте. На улице. Ну да, прохладно так. Уже все-таки осень. Ну-ка, садись, давай. Так, а ну-ка, закрываем двери. Все, поехали. Ребята, я буду снимать немножко на Бухалова, немножко на Кураю. Ну, думаю, что вам так понравится, такое разнообразие. Так, а ну-ка, вот, полетели. Конечно, тут ночь уже, все равно что-то люди ходят еще. Так, ну-ка. Давайте побольше газку дадим. Блин, ну реально я так немножко переживаю, чтобы там никто не своровал дрова, потому что там реально очень рядом с селом, и там люди ходят, ну, может, кто хочет себе их забрать. Так. Ну-ка. Что-то трактор так довольно плохо едет, не знаю. Ну, давно на нем не ездил, кстати. Так, а он... Кто-то выезжает, ребята. Такая еще, не знаю, ну, может, это даже ДПС. Блин, мусора, Ярик. А, ну, нам пока что не страшного ничего. Я думаю, что... Давайте тут вот повернем. Блин, я поворотник забыл включить. А ну-ка, вроде бы не заметил, да? Чё там, Вань? Да, проехал. Он поехал. Ага, все. Он в село поехал. Блин, может, как-то полевыми дорогами будем ехать? Я не знаю даже. Блин, так вчера дождь был. Я не знаю, возможно, еще... А, ну да, еще там застрянем. Там такие лужи, кстати, будут. Я вот подзабыл. Так что опасно. Ну, будем как-то проезжать. Ну, буду надеяться. Он, мне кажется, он туда поехал, в сторону города. Там есть второй город. Он туда поехал, в сторону второго города. Можно. Ну, типа, что ему тут делать в деревне? Он посмотрел, что тут ничего нет, ну, и уехал. Так, ну, я тут немножко... А, ну, дрова, думаю, что никто не сворует. Ну, блин, не знаю уже, ну, так как-то нужно побыстрее их как можно повкидать в прицеп и поехать домой, потому что реально на дворе очень так холодно. В тракторе тоже нет ни печки, ничего тут не работает. Такой я трактор. Я уже замерз, капец. Ну, я так себе немножко замерз. Ребята, думаю, что вам такая ночная РПшка очень даже и понравится. Так что вы обязательно поддержите меня лайком и напишите комментарий. Так, ну, желательно положительный. Так, вот сюда вот вроде бы ехать, тут мы пилили, я что-то уже подзабыл. Ой-ой-ой. Здесь тоже уже. Что-то дорога такая, дорога реально такая очень плохая. Главное не застрять. Ну мы тут, мне кажется, не застрянем. Тут такая дорога выкатанная. Вот можно тут что-то колесо пробить, мне кажется, даже тут может какой-то попасться. А ну остановись. Что? Это двери открой. Что там? Я посмотрю, может там грязь, может мы не проедем. Ага. Ну-ка, сейчас пусть посмотрит реально. Тут еще застрянем где-то. Иди, нормально. Все, здесь вроде подсохло. Запрыгивай. Так, нужно, ребята, реально все побыстрее делать, как можно быстрее, чтобы привезти домой и лечь уже поспать.
потому что завтра еще много работы у нас с утра. Так, ну вот, эта кучка. Вот хорошо, что мы сразу напилили тут все. А теперь вот будем перевозить. Так, ну-ка, как тут удобно лягать. Так, ребята, что я несу? Уже заговариваюсь, уже так темно. Так, нужно это, подъехать правильно. Ну-ка, Иван, вылазь там, покомандуй. Так. Вот, а ну-ка, может быть, вот так вот как-то, чтобы удобно было закидывать. Вперед едь. Еще? Да-да-да. А, все-все-все, хорош. Так, а ну-ка, давайте трактор, наверное, заглушу. Пусть немножко... Ну, он реально очень жрет много солярки, пусть так вот заглушенный побудет. Давай, побыстрее все кидаем. Так. Давай. Они тяжелые. Ну это сушняк, он легкий такой. Мы, кстати, такие деревья не пилили. Вот. Вот сушняк только. Так, а ну-ка, вроде бы попал. Нужно реально все побыстрее как уже вкидать. Так, ну давайте вот продолжаем. Так, вот уже мы немножко позакидывали. Да. Блин, ну все улетает еще такое. Конечно. Да, блин, ничего не видно, фонариков нету тоже. Кстати, я забыл, мне. Я с собой взял, кстати, фонарик, вот у меня есть. Да, а ты с собой не брал, по-моему? Слабо... Нет, он так слабо светит, и ничего не вижу. Ну еще такая ночь, довольно месячная, это очень даже хорошо, что так, ну, немного хотя бы видно. А то, если бы ночь была такая темная, было бы очень плохо. Ну, кстати. Блин, надо было еще бы брать, может быть, какой-то, знаешь, либо тент, чтобы накрыть, чтобы не так видно было. А так вот. Да, чтобы это никто не засматривался, так сказать. Ну, чтобы не так видно было. Так. Потом нужно будет еще съездить, наверное, тебе, да? У тебя же там нету дров. В этот же туда поедем. В этот же лес поедем. Ну да, тут еще сушняк имеется. Так. Блин, так в прицеп, мне кажется, даже может быть и не влезет. Да мне тоже так кажется. Ну, главное, чтобы дождь не пошел, и она не намокла. Если не полностью прицеп перевезем, так тогда, не знаю. Просто... Это хмарно, она. Это... Придется тогда вторую ходку делать, как-то бы не хотелось. Хочется быстро все сделать. А ну-ка. Ну, места, мне кажется, хватит тут с горкой такой нагрузить. Если. Да. Ой-ой-ой-ой, там чуть в трактор если меня побил. Че, аккуратно. Так, закидываем. Тут уже как-то что-то не влазит сильно. Да давай вот туда вот как-то нужно уместить. Там все равно есть эти стяжки, у меня точнее стропы. Так что можно ними стянуть. И оно будет, да, вполне нормально. Блин, но все равно, мне кажется, все не вместе. Придется вторую ходку делать. Давай вот тут вот. Давай на кучку это все сложим. Давай, да. Вторую ходку сделаем. Поедем вторую ходку сделаем. Так. Потому что не будем мучить трактор. Ну, в принципе, это сушняк, он не такой уж и. Ты это что-то стягивал что-то или что я смотрю? Во. Да. Стянул. Вот. Этот а ну-ка, нужно этот переложить. А, он не выпадет. Да, давай, садись сбоку. Включаем свет. Так. Да. Вот, трактор работает как часики. Главное быстро сейчас проехать. Ну-ка. Чтобы никого не было. Вот, а ну-ка давайте заводим. Что-то он не завелся до конца. Пусть прогреется немножко. Да-да, ну на дворе так холодно, мне кажется, он не сильно так и подзамерз. Все равно. Так, а вот все, поехали. Ты думаешь, что он не едет? Ну давай, как? Смотри, аккуратно. Ты там смотри, ой-ой-ой-ой, чуть сейчас бы врезался. Ты там поглядай на. Посматривай на эти, на дрова. Блин, что-то прицеп очень плохо. Прицеп старый. Все, ты нормально проедешь. Так. Блин, конечно, было бы хорошо по полевым дорогам поехать, но.
Придется ехать по трассе. Да. У нас еще такая деревня оживленная, тут рядом два города, прям очень близко. Так что, ну как города, это такие небольшие ПГТ, но все равно тут очень много машин ездит, такое движение. Так. Ночью очень много людей ходит. Ну да, кто-то с работы идет, кто-то еще куда-то. Так, ну-ка, тут вроде бы никого не видно. Можно ехать. Уже так, наверное. Да мне кажется, мы домой доедем без всяких проблем, типа. Ну что тут уже? Да. Все уже отбой там. Да, блядь. Мусорня тоже уже спать поехала. Ну да. Ну а ты там, что ты там, как поживаешь, рассказывай. Да нормально, вот думаю трактор купить. А, ну да. Тут вот один. А ты что? Один тут человек продаёшь, трактор тут рядом буквально. Да, я вот думаю, может купить у него. Ну вот такой ЮМЗ, как у меня прям, в принципе, только это полноприводный. И он, по-моему, у меня более новей, он типа, ну типа, я не помню какого года у меня, нужно будет посмотреть. А тут по-моему, ну постарше, короче, ЮМЗ. Так что он там постарее немного. Ну, он продает его не за очень большую цену. Так, а что это такое? Ты это видишь? Это... Подожди. Может что, мне кажется, или это... Это... Блин, походу... Подожди, ага, это... Блин, это полицейская. Ну все, нам капец, короче. Проезжай. А ну-ка, давай. Проезжай. Давайте, поворотничек. А ну-ка, не заметил нас? Не заметь. Он едет за нами. Я понял. Ну, тормози, тормози. Мигалки включил, тормози. Эх, пацаны. Блин, глушить не буду. Хватит, взять. Кажется. Так, здравствуйте. Добрый вечер. Вас беспокоит сотрудник ДПС города Батырева. Что мы здесь перевозим? Что мы здесь переводим? Ну, да, дровишки, да, как вы видите, все законно, тут сушняк. Да, да, а лицензия у вас есть? Блин, ну, вот с собой не взял, представляете? Да, хотели взять. И как я вам поверю? Ну, не знаю, но я тут, в принципе, недалеко живу. Ну, блин. А у вас права есть? Ну, конечно, вы что, издеваетесь? Можно, пожалуйста? Ну вот, давайте. А на... вообще, предъявите ваши документы. А, ну, кстати, да. Да, а вдруг вы вообще не сотрудник? Вот, держите. Ну-ка, ага. Ну-ка. А ну, Иван, что, настоящий сотрудник? Да, да. Так, угу. А что вы так ночью, типа, тут ездите? Обычно же никто тут не ездит. Ну, так пришлось нам патрулировать. Может, что-то вот случилось? Таких, как вас. Может, это... Может, договоримся? Я вот не знаю, но можно, думаю. Так я говорю это, может, что-то случилось, что вы тут ездите? Ну, у вас... Нет, у нас тут вроде ничего не случилось, но вот ловим таких, как вы. Вот как мне верить, что у вас есть лицензия на то, что вы перевозите дрова? А что, тут часто так происходит это? Я что-то, ну, не замечал никогда. Да, вот такое у нас часто происходит. Ну блин, ну может реально как-то договоримся с вами? Ярик, давай отойдем, Ярик, отойдем, поговорим. Давай. Ну сейчас мы... Подожди. Давай лучше заплатим 5000 и все. Штраф попробуем. Или что? Попробуем договориться, давай лучше. Ну, по-моему, штраф тут, я не ошибаюсь, если я не ошибаюсь, 5000, да, вроде бы? Ну сейчас у него спросим. Так, а что вы, типа, нам штраф заплатить или что нужно? Да, вот можно. Пойдемте к машине, оформим штраф. Может, штраф будет составлять в размере 250 тысяч плюс штраф. Может, за трактор. Порешаем на месте? Так-то. Не знаю. Ну, смотрите, вам ничего не будет. Ну, именно из денег, что мы штраф заплатим. А так мы вам дадим 5000 рублей и разойдемся.
Ну, хорошо, давайте тогда садитесь в машину. Слушайте, саживайтесь. А у вас там нету никакого видеорегистратора, типа, ну, это ничего нет, не сумеет? Нет, все можете просмотреть. Не, ну я имею в виду, типа, у вас, вам ничего, ну, взятку, типа, вам ничего не будет за это? Нет, начальство не узнает. Все будет хорошо. Я вот 7000. Что? Не знаю, зачем. Думаю, будет этого достаточно. Давайте я, мне 7000. Я 5000, вам... Ярик, отдашь мне. Ну хорошо, давай, давай. Давай. Так, хорошо. Угу. Ну все, свободны вы. Больше так не нарушайте. Вам слишком очень хорошо повезло. Желаю вам удачной дороги. Спасибо. До свидания. Ну да, Иван. Это в последний раз. Ну так, блин. Иван, ну то мы попали, да? Блин. Чел, это мои последние деньги были. Да ничего, я тебе отдам, у меня там есть. Немножко. Конечно, есть. Отдашь. Так, мне тут на руках 240 тысяч рублей. Мне блин, еще... не надо было их, да? Да, нужно, кстати, это, как сказать, мне еще нужно будет покупать селку, вот это вот все. Так что, блин, ну вот... 7 тысяч потратили тупо. Ну ничего страшного, все равно бы где-то вышло бы за прицеп такой вот. Я бы потратил 10 тысяч, а так 7 тысяч даже. Ну сэкономили, так сказать, 3 тысячи, да? Да. Ну блин, вот это вот реально. Вдруг бы нам какой-то другой сотрудник попался, что... Ну не берет, и реально бы платили бы такие большие деньги. Ну вот, 250 тысяч или сколько он там говорил? Ну да, я в шоке от такой суммы. Я думал, там 5000 штраф. Он говорит, типа, 250. Я в шоке. Я думал, 1030. Я думал, штраф, типа, оплатить. Так думаю, да, штраф такой маленький, чтобы не оплатить. Так, а ну-ка давай во двор загоню. Я прицеп открой, по идее, ворота. Чтобы тут... Так, а ну-ка сейчас как-то сюда заедем. Потому что тут разведница. Разведница и будут всякие ходить тут, видеть. Так, блин. Что-то уже реально спать хочется уже. Что-то даже на тракторе еду плохо. А ну-ка, там он уехал? Да, вроде бы тут нету уже. Да, проехал. Да я вижу, да. Вот сейчас сюда вот проедем, вот тут вот поставлю его на огороде. Вот тут завтра выкидаем дрова уже. Так. А ну-ка. Все, глушу трактор. Так. Давайте закроем двери. Блин. Вот, закрываем дверь. Ну что ж, Иван, вот такой денек сегодня у нас получился. Блин, давай тогда завтра уже дрова эти выкидаем, да? Да. Ну, блин, да, давай завтра. Дождя вроде бы не будет, а потом я их занесу себе в сарай, чтобы под крышей лежали. Ладно, хорошо. Ну, всем, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.